Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Поговорим сегодня на очень интересную тему. А конкретно, почему Дориан Яц разочаровался в приседаниях. Следует понимать одну очень важную вещь. Дориан не просто так говорил вам о том, что он разочаровался в приседаниях. Чтобы разочароваться в приседаниях, нужно повторить хотя бы результат Дориана Ятса. А вы все знаете, что приседал он на 8, 10, 12 раз далеко за 200 килограмм. Далеко, повторяю. Только после этого можно разочаровываться в приседаниях, как в массонаборных факторах, как в массонаборном упражнении. И задумываться о том, чтобы действительно сжать платформу ногами. Почему так происходит? Потому что на определенном этапе, когда вес штанги становится действительно очень великим, серьезным, есть риск травмировать коленные суставы, позвоночник. И поэтому многие бодибилдеры, которые достигают серьезных силовых показателей в приседах, в тягах, переходят, отказываются от данных упражнений именно из-за риска травмироваться. Но повторяю, пока вы не достигнете определенных силовых показателей, о которых у меня есть отдельные статьи, видеоролики, не стоит даже задумываться о таких упражнениях, как жим платформы, разгибание ног сидя. Почему? Да потому что присед – это лучшее упражнение, какое только может быть, наряду со становой тягой, естественно. Я думаю, вы понимаете зависимость и после какого этапа Дориан перешел на прокачку ног в станке, в жиме ногами. И до этого он делал еще предварительное утомление. Также не забывайте, что Дориан, как профессиональный спортсмен, сидел на фармакологии. И поэтому, когда приходит человек, дрищ или не очень, и рассуждает о том, что Дориан разочаровался в приседаниях, и я не буду приседать, повтори сначала, дружок, то, что делал в приседаниях Дориан Яц. И тогда будет тебе эффект и результат отжима ногами. А так будешь заниматься ерундой и, естественно, оставаться дрищом. Не только физическим, но и моральным. А я повторяю, что для меня дрыщ – это человек, который ни к чему не стремится, не тренируется. Человек, даже если худой и пришел в зал, борется сам с собой, с эволюцией, со своей генетикой, нельзя такого человека называть дрыщом. Потому что человек встал на путь, идет по этому пути. А если вы сидите своей пятой точкой на диване, попивая пивко и критикуете того или иного человека, спортсмена, то вы не просто дрыщ или тролль, а не хочется ругаться и обзывать вас такими словами. Но, к счастью, таких людей очень мало. На моем канале таких людей практически нет, что вы можете увидеть по соотношению лайков и дизлайков, за что я очень благодарен. Пусть на моем канале немного подписчиков, я к этому не стремлюсь, хотя, конечно, будет приятно, когда наберем 100 тысяч. Но все-таки на моем канале думающие люди, получающие от этого процесса удовольствие. Не только от тренинга физического, но и от ментального, духовного развития, что и показывают комментарии, основная масса комментариев под моими видеороликами. Так что, друзья, думаем всегда головой перед тем, как решиться на тот или иной поступок, перед тем, как осмыслить ту или иную информацию. Это касается не только тренировок, но и любой жизнедеятельности, в принципе, в целом. От этого зависит ваш результат и конечная точка, как быстро, как качественно вы достигнете своих поставленных целей и задач. Спасибо, что смотрели. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте ставить лайк или дизлайк, оставлять адекватный комментарий. Поняли вы ту информацию, которую я пытался до вас донести, или я не очень грамотно смог это сделать. В любом случае, всем спасибо, увидимся в тренажерном зале, и всем, друзья, сухой мышечной массы и силы без травм.
Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью, целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.